Хо, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, у нас сегодня Gods and Glory, поехали! Ну что ж, давайте выберем сегодня природные просторы, мне кажется, будет то, что надо. Миссия номер один, уничтожитель бочек. Давайте посмотрим, что это за миссия и что нам приготовили разработчики. Я, кстати, надеюсь, тебе нравится безумно сильно эта игра, и если это так, то не забудь оставить пару хороших комментариев в описании, мне будет очень приятно. Ну что, выберем семью Педро. Я люблю семью Педро. Так, они довольно веселые ребята, которые постоянно вылетают с машины у меня. Поэтому это реально меня забавляет. Я надеюсь, тебя это тоже забавляет. А, кстати, как тебе мой луч, который несется прямо из головы нашего... Ёбзики-лобзики. Все. Хана Педросом. Короче, Педро, сори, я попытался. Я сделал все, что мог, но прости, мужик, просто прости. Уах! По-моему, я чуть-чуть переборщил, мне так кажется, но самую малость, поэтому я смогу забраться наверх, если... А мне наверх не надо, стоп, мне нужно вниз. Такого, ой, тихо, аккуратненько, да, вот так вот, нежненько. Нежненько, как срываешь лепестки роз с милого цветочка. Так, и вверх. Так, хорошо. Поехали дальше. А что с моим кузовом? Слушайте. Видите, как его погнуло? О, черт возьми. Дерево. Камень. Дерево. Так, где бочки? Что-то пошло не так. Пошли дальше. Та-ра-та-ра-та-ра. Ой, бля. О! Это было глупо с моей стороны, на самом-то деле. Набирать такую скорость. Зато наша семья снова в сборе. Семья Эль Педро. Ай, да. Смешно это, смешно. Блять. Педро, братан, ты там в порядке? Да, да я тебя довезу, я аккуратненько, я тебе отвечаю. Если мы тебя довезем, так тихонечко. Смотри. Смотри, Педро. Нежнейшая работа. Молодец. Вот так вот. Победители никогда не сдаются. Следующая трасса, все та же, надеюсь, будет семья Педро. Надеюсь, мне разрешат ее откатать. Все миссии. Ту-ту-ту-ту. Пошел нахер. О-о-о, нормально. Братан, братан, слушай, братан. Подтолкни машину, братан. Блядь, да братан. Мы же одна семья, подтолкни машину. Алло. Ты что, дебил? Вот же ж Децл. Говорю, подтолкни машину, не хочешь. Сори, мужик. По-другому никак. Держись там, ребят. Я постараюсь аккуратненько. Блядь, мужик, я же сказал, держись, ну что ты? Так, тихо. Что, задом? Ну давай задом, я могу. Я могу. Оп. Видали, какой фин? Пошли. Прям сюда заехали. Оп. И аккуратно, привет. Даже не убил никого. Ни хрена себе, я прям профессионал этой игры. Сюда аккуратненько заедем тоже. Да. Привет. Сори, мужик. Надо же было отходить. Ты что, не видел? Твой кореш бежал. Да, давай. Я еще из-за тебя умру. Я тебя потом точно убью. Ух, поехали. Так, по нам начинаются файты. Надо ускоряться. Нитро. Нитро. Да, блядь. Я забыл, что тут есть нитро, ребят. Прикиньте. Тут же ж нитро есть. Как можно было забыть о нитро? Надо это использовать в следующей катке. Пошли. Побег в укрытие. Интересно. Побег в укрытие. Вперед. Сразу мелодия-то изменилась, слушай. Ух, там ядра летают. Ух. Ух. Как это интересно. А, я типа от точки к точке буду так ездить. Так я... Долго так не проезжу, если что. А ядра-то летает вообще близко, слушай. Вот вообще прям близко. Сука, дерево конченое! Тихо. Бля, чё-то по мне немного попали. Я куда-то сбился с курса-то, алё. Не ехать-то куда? Алё. Ребят, а ехать-то куда? Что, у меня бензин закончился или что? Ехать-то мне куда, суки? Это же уже финиш, нахер мне туда ехать? Я же на финише, бля, был. Тихо. Тихо, вот и финиш.
Тихо, я тебе говорю. Тихо, блядь, давай, газуй. Хорош. Вот так вот. Ну прям батя, прям профи. И далее? Отлично. Ну что, еще одну? Давай, еще одну. Грязные гонки. Ну грязные гонки-то не катнуть. Так, что у нас еще есть? Ладно. Окей. Семьи Педро здесь нету, значит, Эрл с кошачьими ушками. У меня есть уже свои любимчики, которых я использую. Кстати, хорошо, что я взял Эрла. Это же идеально. Блядь, а что там такое творится? Ох, какой рожок-то! Как я натолкнулся, отвечаю. Что, все заново? Ой, да ладно, все заново, это же так много. А как я там пробегу? Слушайте, это же жесть. Вот тут вот как? Сейчас, типа? Вот сейчас. Блять, все. Блять, я смог. Охренеть, не встать. Ты прикинь, мужик, и тут смог. Да шо ж я сегодня... Блять! Охренеть, что я сегодня творю, видали? Да ладно, шо опять все заново? Да шо вы такие хардкорные? Это же нереально все заново. Да ладно! Куда? Там ничего не было-то. Меня подставили. Да, блядь. Меня там подставили, я вам отвечаю. Я должен был выиграть медальку шоколадную. Ну, ёб твою мать. Это хардкорно. Чё они не сохраняют это? Что за нахер? Суки! Я жив! Я жив, блядь! Я был жив. Прикинь. Ну ладно, ребят, это нереально. Ну вы же сами понимаете, да? Это все было спланировано, и они меня подставили. Поэтому всем спасибо. Пока-пока.